Всем привет, друзья! Вы на канале Salute Play. Продолжаем играть в нашу любимую фазмофобию. А у нас тут завезли третий особый испытательный режим под названием Speedrun. И сегодня будем пытаться его пройти. Итак, описание. Кто-нибудь засеките время? Как быстро вы определите этого призрака? Правильно определить вид призрака в Tanglewood Drive 3 раза. По классике нам за это дают $3000 и бонус к опыту. Если честно, я не совсем понимаю, что означает это задание. Давай поехали и просто посмотрим. Тем временем мы подъехали на Tanglewood Drive в первый раз. На это спецзадание под названием Speedrun. И что мы здесь видим? Это что, монитор рассудка и активности? Кто-нибудь знает, как этим пользоваться? У нас тут есть какие-то задания, направленные на свечу и паранормальное. И что у нас с предметами? У нас есть благовоние. У нас, в принципе, есть все, только нет обычных фонарей. В чем смысл задания Speedrun? Честно, не могу понять. Может быть, здесь засечется какой-то таймер? Хотя здесь 0000. Ну, пошли посмотрим. Пошли посмотрим. Я не знаю, что там будет. Я сразу возьму вот так вот. Вот так вот. Ага, заходим. Ни хрена себе. О! А что со мной такое? Добрый вечер. Ты коридор. Ты что творишь? О! Что с моей скоростью? Огонек. Коридор огонек. Ты здесь, ты старый, ты молодой, да? Принято. И это спидеран, мы действуем быстро. Знак дай, ты здесь, ты рядом. Ну, возможно, фазма мне объяснит, что делать надо. Знак дай, ты здесь, ты рядом. Старый, ты молодой, дай знамок. Ты здесь. Дай знамок. Знак дай. Дай знамок. Алло. Хватит мне звонить. Не звони сюда больше. А тем временем я просматриваю кость. Не совсем понимаю, почему это называется спидран, но может быть я пойму. Ох, я двигаюсь очень быстро, просто непривычно. Я не успеваю, как сказать, не успеваю сканировать картинку. У нас карты. Ох, как быстро. Напиши мне ник. Тык. Давай я одну карту. Шкафы свободны. Да делай карты. Я с благовонием хожу. А, проще вот это вот. Слушай, а кость... А ты что делаешь? Я куклы тыкнул. Только что-то я не слышал никакого взаимодействия. Так, сейчас сбегаю за фонарем. Ой, тьфу, как с этим? За этим. Так, я возьму фотик сфотать кость. У нас что, все проклятые предметы? Сейчас я тебе таблетки выпишу. Так, кукла Вуду, зеркало. А где... Кто карты спер? Карты. Кость. Ра-та-та-та-та-та-та-та. Я бегу сюда. Опа, кружок. У нас и кружок, и доска Уиджи. Ну, короче, все дали. Прикол. Сколько здесь призраков? Пока. МП-2. Он сказал один. Руки. Выбегаем. Сколько улик? А вот вопрос. 3, наверное. Итак, у нас отпечатки рук и призрачный огонек, да? Ну да. Но пока что рано делать выводы, потому что мы не знаем, сколько здесь улик. Давай-ка я карту дерну. Тык. А, здесь нет пряток. Ой, кость меня косит. Ой, кость. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, помогите, спасите. Минус. Ой, минус. Карту тяну. Давай, подожди. Фортуна красная. Ты здесь, ты старый, ты молодой, ты фанк. Ты здесь, ты старый. Отпечатки минусовая. Джин-демон Ханту Мимик. С учетом того, что у нас есть призрачный огонек. А как давай играть-то? Ханту выбираем, да поехали. Почему Ханту? Ну а что нет? Ну он не отвечает. У нас же спидран, поехали. Но если он не отвечает, то
Мы просто отмечаем три улики, что ли, выбираем Ханту и все. Да. Сейчас я его заагрю. Зачем? Он же спидран. Ну ты выйди, выйди. У нас было взаимодействие с солнцем. Блин, солнце мне рассудок восстановило. Не-н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 е, пожалуйста, не надо! Меня убило! Саня, меня убило! Тьфу, который раз это? Я тебе говорил, надо выйти. Кушать надо. Посмотрим. Да, это Ханту. Да серьезно. Бабуля очень хотела попасть к Сане в кабинку. Но очень хотела. Я живу! Я живу! Приколы! Бежим, бежим отсюда! Рука бесполезная, бесполезная. Бесполезная, да. Да, все верно, это был Ханту. На трех уликах не определить, это, конечно, было бы мощно. Но при первой охоте я убедилась, что это он, потому что он значительно ускорялся в своем месте обитания, где минусовая температура, и замедлялся в других частях дома. Поехали на следующее задание. Ну что же, мы второй раз здесь, побежали дальше? Поехали. Добрый вечер. В зеркало смотрим. Опа. Опа, опа, опа. Опа, 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 подвал. Раз, раз, раз. Оп. Я сейчас посмотрю кость. Призрак в подвале. Саня его уже мучит. Так, 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 так. Что здесь? Что здесь? Ничего. А, так. Угадай, чё? Что? Огонёк. Ты чё, серьёзно? Ну, на радио не отвечает пока. Хорошо, кость есть? Забери, забери, забери её. Ра-т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 а. Я бегу, бегу, бегу. А мне нужно сфотать круг. Мне нужно сфотать вот это дело. А, так, может, на круги призовем, да и все. Не-не, нам нужно идти. Ну, что-нибудь. Блин, шкафов нету. Я юзаю зеркало, разбиваю, послушаем атаку. Да, блин, ладно. Так-так-так-так-так. Как так-то? Ты ж с благовонием! Как ты помер с благовонием? Кто-нибудь объясните мне, как можно помереть с благовонием? Что ж такое-то? Окей. А чё? Это же новые правила. Это же новые правила использования круга призыва. Чё-то там без рассудка просто тушит. А? Молодец, молодец. Давай, атакуй. Дерись. Так, что могу еще сделать? Я могу сделать вот это. Давай-ка.
Куда прятаться я не решила, блин. Так, окей, выбегаю. А, сейчас пойду. А, не, я вот сейчас не пойду. Если вот так вот все это сброшу. Так вот все это сброшу. Рассудка ноль. Не знаю зачем, просто выпила. Так, возьмем, знаешь что? Знаешь что возьмем? Нет, мы посмотрим камеру. Так, окей. Пойду попробую обнаружить еще улики. На тебе пиши. Это тебе ходи. Так, а что у Сани тут есть, интересно? Так, у него УФ-фонарь. УФ-фонарь. И что, все? А, вот благовоние. Хорошо, я возьму еще один фотик. Так, ну-ка. А, он кинул наверху, что ли? На тройку. Ты здесь? Ты здесь? Ты близко? Ты старый? Иди нафиг, как так-то? Почему Саня не отвечает, главное? Так, у нас записи. У нас радиоприемник. И у нас должен быть призрачный. Потому что Саня говорил, что призрачный, но я его не видела. А, вот он. Куда он исчез-то? Так вот он, да? Да, вот он. Окей. Смотри, у нас записи призрачные и радиоприемник. Это у нас Мара. Мара. Привет, привет, Мара. Я сошла с ума. Как ты умер? Убийство. Сколько тебе лет? Пятьдесят один. Сколько призраков в доме? Сколько здесь призраков? Ой-ой-ой. Так, у нас Мара, я выбегаю. А вроде все предметы поюзали. А почему нет?
Датчик движения почему-то не заработал, но поехали. Да, это Мара, посмотрим, зашлось ли задание. Да, 2 из 3. Поехали третий раз. Друзья, мы на Tanglewood в третий раз. Побежали. Поехали. Бежим, 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 бежим. Добрый вечер, как ваши дела, как самочувствие, как здоровье? Опа. А, это что такое? Это что такое за новый предмет, в смысле? Подожди. Это где? Что видел? Слышь? Нет. Ща. Нет, это не здесь. Это была не синяя комната. Это было, знаешь, что? А где тут что, кстати? Это вот это что? 5. Там этот кость валяется. Слушай, подожди-ка. А, я-то думаю, что это за такой предмет, который я не знаю. Это прикинь? Мне показывают вот здесь. Это вот эта комната. Вот этот блок компьютера. О, вау. Короче, у нас МП5. Ты здесь? Ты близко? Ты близко? Ты здесь? Ты там? Ты тут? Ты здесь? Ты тут? Ты там? Опа. Окей. Улика номер 2 пошла. Приемник. И что там у нас было? МП5. Дух, мираж, близнецы. О, хорошо. Бежим. Опа. Ох, как красиво. У нас рассвет, кстати. Тырык. Оп, мираж улетел. Ой, улетел. Пентаграмма не смогла. Паранормальная, рассудок, благовоние. Так. Крест нафиг нам нужен. Опа. Пошли и берем палочки. Я возьму фотик 2. Пошли на круги, сфотаем его. У нас либо дух, либо близнецы. У тебя есть чем фотить? Ну да. А! У духа руки. А что у нас круга нет? Почему? А я что фотал? А, точно. А куда круг-то делся? Алло. Алло, круг. Так, снимки. Смотри. Лапа, кость, кукла. Доска Уиджи. Я сейчас, смотри, померю температуру, прибом будет минус. Почему? А куда круг-то делся? Слушай, нету минуса. Вот. What? А кто круг-то пикни украл? Пыкни куклу? Есть. Еще раз. Есть. И где он тыкал? Есть. Где-то в гостиной. Все, хорош. У нас нет укрытий, кстати. А где кость? А я уже сфотал и это забрал. Давай, это где там эта лапка? А, ее в шкафы это, запрятали. Так, на тебе фотик вот. Тихо. Блин, а че нигде нычек не дали? Здесь тоже же нету. А нычек нету нигде. В подвале, что ли, только? Да, отстань. Так, что говорить-то надо? Включи текстовое определение. Не, не хочу текстовое. Ну, типа, хочу увидеть призрака. Хочу жить. Жить хочу. Сейчас включу. Хочу поймать призрака в ловушку. О, призрак поймался в ловушку. Это как? А, нет, это меня закрыли меня.
И чё? Хочу уйти отсюда. Подожди. Кого ты убил? Пока. Что происходит? Пока. Goodbye. Пока. Скажи ему пока. Пока. Близнецы, что ли? Да, 100% близнецы. Иди сюда. О, прикинь. А? Ну, сфотал. А? Сфотал. Сфотал? Минус, да. Че, поехали? Это была скорость даже для 100% медленная. Нифига он тут поел, кстати. А у нас есть сфотать кресты? Где-то варается. А, у нас зажечь благовоние осталось. Окей. Вот, то, что мы говорили про то, что нету этого минуса. До атаки минуса не было. Я ходил с термометром, там был плюс 7 где-то. Так до атаки было непонятно, что это близнецы, а потом понятно. Ну, а минус где был? Минус потерялся. Ты шаришь? Что это такое? Недавно не видел. Забыл уж. Да, все верно, это были близнецы. Просто когда началась вот эта первая атака после того, как сломалась доска Уиджи, было понятно, что даже если мы сейчас играем на скорости 100%, даже для 100% это низкая скорость, и поэтому из духа и близнецов, конечно, мы выбираем близнецов. О, как много опыта мне начитали. Получила $3170 и $3180 опыта. Давай тыкнем на особый режим. Да, особый режим спидран завершен. 3 раза мы его прошли на Tanglewood Drive. Пока что это самый легкий режим, но смотрите, что говорят разработчики. А каждый режим будет повторяться 2 раза в год. Это означает то, что у них приготовлены режимы на полгода на каждую неделю. Это прям супер круто, супер разнообразие. Надо посчитать, сколько это получается режимов у них подготовлено. Я думаю, то, что раз этот был такой легкий, то следующий будет какой-нибудь там одна улика или может быть даже 0 улик, и там мы попаримся конкретненько. Очень интересно, какие еще режимы разработчики для нас подготовили. В этот раз был очень легенький, расслабляющий режим. У нас была высокая скорость, у нас было 3 улики, и у нас были все проклятые предметы. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. И обязательно поддержите этот ролик лайком и комментарием. До скорой встречи в следующих расследованиях. И всем пока-пока. Пока-пока.